Слушайте, вон там вон студия загара и красоты, столько там народу вообще. Походу народ это, знаешь, как это, перед локдауном решил подзагореть. Сейчас мужчина с женщиной, короче, вышли. Такие загорелые прям вообще. Мне кажется, лучше уже загорать где-нибудь за границей. О, а здесь одни подростки. Настольные игры. Одна молодежь. И какие-то азиаты. Так, мы тут уже на четвертом этаже царахаемся. Здесь можно шарить. Чего, офис Мак? Ну, где? Скрепчики всякие. Ой, ну я уже выросла из этого. Ручечки, блокнотики. Ну, когда-то это, знаешь, было актуально, сейчас это уже не актуально. Вообще многие магазины на самом деле закрыты. И вот если сравнивать, мне кажется, вот Небо один из немногих магазинов, где действительно вот какая-то движуха идет. Потому что у нас рядом с домом есть и этажи, и шоколад, а там вообще ничего не работает. В шоколаде так вообще все закрыто. Там только один этот, по-моему, Спар работает. И там каких-то пару магазинов на первом этаже. В этажах тоже тухляк. О, смотри, как прикольно. Даже кресло есть? Да. Офисное, да? Как ты взяла кресло? Что, давай пойдем посмотрим. Что, давай. Ух ты. А, вот они, кстати, во. Я какие искал-то. Офис Мак, кресло. Брабикс, да. А вот я что-то подобное, кстати, искала. Вот с такой же штучкой. Она, кстати, двигается. Нет, она не под шею, она двигается просто. Она или под шею. Я такой стол смотрела. А у нас что-то типа такого. 8500. Типа такого, а стоит много всяких офисных стульев. Такое? Не, у нас не такое, ты что? Другие и боковых нет. А такое же. Это геймерское. Ну да. А вон там руководитель, он. Добрый день. Здрасте. Это кресло. У нас 15% на все белые ценнички. Да? Угу. А, у вас только открылись, да, недавно? Да, мы открылись. Понятно. Кстати, есть... это красивое кресло. Что еще? Ага, хорошо, спасибо. Угу. Вот тоже. А вот такой вот я видела, знаешь, такой прозрачной сеткой. Вот тебе писали как раз, что вот эта сетка, она плохо держится. Да, она плохо держится. Даже чувствуется, что она вот прям вот прогибается. Она натянута. Ну, пойдем еще посмотрим, что разошли, что. Что, лампочки, есть. Смотри, есть. Лампочки настольные, ручки. Нет, много всего. Фонарики. Эра. Так, они, кстати, реально только открылись, здесь раскладывают. Вот так вот многие магазины открываются, а потом локдаун у нас начинается. Сейф. Денежный это ящик. А, это касса. Надо нам домой сейф приобрести. И куда-нибудь ставить его. Ну. Там. Там, да? Кисти вон всякие есть для отрисовки. Так. Что у нас тут еще? А что такое? Ну это что-то, знаешь, вот Леонардо здесь есть магазин. Тоже что-то подобное. Вон тебе нитки всякие разные. Ну. Ну это уже так. Кстати, к Новому году неплохо. Такие штучки. Что там? Интересно. Yeah, ноутбук. Сумка. Такая. Но наш ноутбук сюда не влезет. Наш маленький, по-моему. Это на 15 дюймов. 32 и 5. Это на 15 дюймов. У нас меньше даже. Мы, кстати, сумку заказывали на китайском сайте New Chic. Вот там вот она классная. Он опять же на под маленький. Наш. Кожаный. Ну, в такой. Или эко-кожа. Лучше вообще вон тот. Вот. Эко-кожа. Это слишком, блин, это огромное. Ну, это да. Носить только, его надо. Ключо не повесишь. Ой, как здесь много всего. Слушайте, прям. Ну, там, по-моему, где-то... А это что? Это даже? Могут быть лампы. А, это для бумаги туалет. Фены, лампы. Видишь, вот эти, которые здесь в отелях? Могут быть лампы. Могут быть. А что тебе надо? Лампы, говорю. Ой, как говорю, здесь как интересно. Ну, это то, что мы искали. Скотч? Спрей-пленка. Ага, спрей-пленка. Вон бечевка, смотри. Отлично. Слушайте, прям хороший такой магазинчик. Это на четвертом этаже, да? Как называется? Офис Мак? Да. Прям вообще все можно найти-ка. Смотри-ка. Эти клеевые стержни. А это вот в эти пистолеты клеевые. Вон, видишь, пистолеты клеевые. Чего?
Вот, на тебе, то, чтобы тебя было видно. Сигнальный. Где меня? Это мне до туалета, что ли, бежать, чтобы ты меня не потерял? Встаешь такой, жилет одел и побежал. Ну, рюкзачки к школе. Хорошие. Здесь офис, да. Ой, сколько здесь всяких. Ой. Ой, какая прелесть. Классно. Чего? Не знаю, фломастер какой-то. Ручка. А, это ручка. То, а ты что хотел? То, что я думал. Ручка как типа, блин, это она чернила прям пишет. Роли. Блин, хороший, кстати, выбор. И чернилами. Выбор хороший у них прям. Прям реально любую ручку можно найти. В чем какая ручка? Ну-ка. Гелевая. Браубек. Да. Причем, видишь, это одевает шишечку. Зачем? А, типа ее снимаешь потом, нет, да, и пишешь. Это снимаешь, пишешь, а чтоб чернил не вытекал, как раньше. Это помнишь? Угу. Понятно. Он тут, знаешь, это как оптовый, получается, магазин, потому что видишь, даже написано, одну берешь, 5 берешь, 20 берешь. То есть цены оптовые. Вот, смотри. От одной штуки 109, от двух штук 87. Цены разные, если ты берешь мало, одна цена, если больше. Ну, я говорю, как оптовый магазин. Вон тоже какие штучки. А, это точилка, точилка, да. Вон еще точилки тоже. Господи, я уже так это далека от этого всего. Ого, прикольная точилка. Ластики. Забавно. Ножички? Не знаю. Циркули. Ой. Слушай, я смотрю на это, и у меня такое ощущение, когда я в детстве вернулась. А это тоже циркуль. Здесь просто карандаш вставляешь, и все. Накладные. Че? А, вот. Помнишь, ты искал тут на работу? Ну вот. Здесь было. Но только сейчас ты уже не работаешь. Бэджики? Да, ты помнишь, искал как раз такие вот? И не нашел. В итоге вот, видишь. Есть, да. А, вот чтобы под проездной. Под проездной? Да, или под карту, кстати. Можно. Ложка карман для проездной. Да, да, да. Че, может, возьмем одну штучку, не хочешь? Ничего. На всякий случай. Нафиг, да, оставишь и... карточку свою, мою. Вон, видишь, туда. Вон, о, кстати, для паспорта. А давай, у нас же для паспортов-то нету заграничных. Для заграничных? Да. Вон. Давай возьмем. Розовенький. Вон, смотри, видишь, написано. И зелененький. Паспорт. Либо вышел он. Это кожаная. 218. Я хочу какой-нибудь такой фюльдеперстовый. 218. Да пофиг там цена. Я хочу какой-нибудь фюльдеперстовый. Вот эту. Вон. Вот такую под кожу? Крокодиловую. И написано паспорт. А вот еще какие-то. Либо кошку можешь взять. Вот. Тоже паспорт. Мне надо на паспорт своем сменить. Уже. Вот еще обложки для паспорта. Паспорт России. Так, ну, а это что такое? А это вон тоже что? Это школьный. Вот эти для паспортов. Ага. Паспорт Российской Федерации. Видишь, даже с гербом. Прикольно. Давайте я такой возьмем. Не надо мне такой. А какой тебе? Вот, давай возьмем для паспорта. Серьезно. Ну-ка, что тут у нас мне есть? Такая... Мне какой-нибудь женский нужен. Красивый. Для загранпаспорта. Не, мне для обычного паспорта был. Для обычного? Да. Обычный, ну, блин, паспорт. Вот, красненький. Я достаю широкий штанин. Паспорт. Смотрите, я гражданин. Да, да, да. Ну-ка, а может вон тот вот? Какой? Вот этот за 218, только черный кожаный. Блин. Ну-ка, вот. Вот смотри, здесь другие есть еще. Красненькие. Российская Федерация. Ну, Российская Федерация надо. Скидки 7-9. По какой-нибудь посерьезнее. Паспорт, паспорт. Мультипаспорт. Вот так вот ходишь и не знаешь, что тебе надо. Хотя, честно, мне не очень нравится. Я хочу чем-то такое. Что-то... Ладно, пойдем дальше. Хочешь себе, бери, я пока не буду менять. Точнее, я хочу какой-нибудь другой посмотреть. Так, что у нас здесь еще продается? О, файлы. Это папки. Всякие, да, папочки. Это файлы есть. Угу. Вот папки. Вот файлы. Угу. Находить. Бумага, да.
Ну, тетрадок, смотри, пакет. Сколько много. Причем, смотри, если 100 штук берешь, вообще по 10 рублей получается. Вот так вот детям там, например, брать. Вообще класс. Хорошие вроде такие. Клетка четкая. Ой, как я уже далека от этого давно. Ой, у нас вот такой вот котик есть дома. Прикольно. Хороший магазинчик. Грамоты он есть, видите. Купил грамоту, сам себе написал. Что-нибудь. Вот так вот. Че, куда у меня лан скакал? Куда-то лан скакал. Вот. Всего тут полно. О, ручки даже премиальные есть. Помню, ручка Паркера, это прям, знаете, подарок раньше был. А вот, кстати, да, вот ручки Паркер 1700. Красивая. Вон, самая дорогая 7800. Мама прям такая фигдеперстая. Что-то куда-то у меня вон ускакал. Ты куда ускакал? Вон, помнишь, ручки Паркер? Ничего. Я помню, раньше это такие, знаешь, были крутыми. Я тебе нашел там. Чего? Пойдем. Коврики для мышки. А, слушай, точно. Вот что надо? А то у меня коврик уже облезлый. Плохой. Вот коврик, да. Вот. Вот даже с киской есть. Вот коврик точно надо. У меня давно напрашивается. Так, ну-ка, вот такой вот. Коврик для мышки. Ну-ка. Так, коврик. Какой возьмем? Вот, кстати, есть прикольненький. Так. А, они здесь одинаковые, да? Да. Это тоже одинаковый, что-то киска. Все. Коврики, это хорошо. Нет, мне это нравится. Вот давай такой возьмем. 124. Все, такой берем. Такой слишком большой, у меня на стол не влезет. Что еще? А, ты хотел же этот принтер, да? Вовчик все хочет домой этот принтер нам. Да, чтобы можно было документы сами распечатать, там фотографии туда-сюда. А вон, кстати, игра. Помнишь, эти играли? Игра настольная. Да, вот да. Эти вытаскиваешь-то штучки-то. Да. Падающая башня. Старый. Они... Джанго называется. Вон, кстати. Мафия есть. Да, тут, кстати, смотри, когда же игрушки есть всякие. И это есть. Угу. Пойдем. Говорю, ну, коврик я беру. Взять. Вот пачку, а у меня такая пачка бумаги на есть месяц. Наверху. На целый месяц. Наверху. Ой, даже чай есть. И кофе. Флешки. А эти есть? О, кстати, сам диск. А мне нужен Samsung. Чего? Samsung нужен. Пойдем в трейд-ин. Трейд-ин. На втором этаже, там этот магазин, флешку купим. Какую? До камеры. Обновим. Мы же давно хотели уже. Вот. В общем, короче, берем коврик и посмотрим. Так, во. Это вот только открылся в торговом центре Небо. Называется Офис Мак. Все. У них здесь, по сути, есть все. Даже вот эти вот штучки. Это для кресел. Ну да. Ну все, пойдем. Резиновый. Все, коврик мы взяли. Вообще, на самом деле, конечно, здесь можно походить. Вот прям реально они только открылись. Причем меня, кстати, спросила, вы же закрываетесь, наверное, тоже? Нет. Они сказали, нет. А я так понимаю, если товары первой необходимости, у них там чай, кофе. Уже нельзя открываться. Так а что, в любой можно магазин чай, кофе поставить, продавать и все. Так и ты должен это не просто поставить. Но. Это у тебя должно быть прописка, когда ты открывался. О, магазин временно. Прикольно. Вот тебе Леонардо. Да, вот, кстати, получается, Офис Мак и Леонардо это что-то похожее. Нет. Но тут здесь больше, конечно, ручек. Канцелярия. Здесь нет ручек. Здесь там. Ручки тоже здесь есть. Какие-то. Здесь мало вообще. Короче, пошли на второй этаж. Я хочу купить флешку. А то я все давно хотел. На втором этаже. Мы же там-то флешку брали. Конечно. Там магазин. Помнишь этот? Какой? Камера еще где. Помнишь, смотрели? Инста 360, помнишь? Вот там было. Точно? Точно. По-моему, так вот все. По-моему, вот видите, сроду не ходили по магазинам, а сейчас это. О-о-о. А мне, кстати, давно нужно уже это, коврик под мышку. А то у меня уже старенький. Теперь у меня будет новый коврик. 104 рубля все же. А в честь открытия у них, видите, скидки 15%. Да-да-да, вот туда. А теперь да. Да, а сейчас ошибок. Да-да-да.
блин, жалко, у них нету этой Samsung Evo. Только 32 гига. А, маленькая 32. А если распечатать это можно? Или только фотки? Да-да. Документы не... Ну, он только фото распечатает, он маленький. Только может быть такой маленький, блядь. Компактненький. Да. А ты что хочешь? Ничего. Жалко, жалко. Да. Ну, а нужно так... под заказ. То есть, в принципе, у них есть. Но нужно под заказ и, соответственно. Заберёшь. Ну, блин, 2-3 дня. Вниз пошли. Ну да, все, пойдем вниз. Ничего тут больше уже делать нечего. Вот и все. Пойдем мы дальше. А? Очки там, да. Тоже вниз. Там. А мне, кстати, понравился вот этот офис Мак, прикольный магазин. Вот так вот. Сейчас мы идем. Да, мы сейчас идем на Покровку. Прогуляемся уже, воздухом подышим. И домой надо будет дома что-нибудь приготовить на ужин. Мне, кстати, понравился этот магазин, прикольный. Там реально есть порыться, прям очень много всего. В общем, сейчас подошла на к администрации, вот спросила, будет ли работать. Да. Спросила, будет ли работать торговый центр, она сказала да. Я спросила, в полном объеме? Она сказала нет. Я говорю, а что будет закрыто? Она говорит, пока неизвестно. Но что-то наверняка будет закрыто. Вот некоторые магазины, например, как офис Мак, они, видите, там чай, кофе продаются. Ну вот сейчас чай поставят какой-нибудь внутри и все. Кстати, а пойдем посмотрим этот ковид-центр. Действует? Вон. Где мы делали? Вот. Прививки. Ну, по крайней мере, я очень не вижу. Какая прическа классная. Красная. Ну, очереди, конечно, нету, но по крайней мере, работает. Девушка, кстати, вот, которая делала нам кофе в предыдущем выпуске, смотрели. Вон. Вот она, говорит, здесь сделала. О, костюм, смотрите. А я такой же сделала. Не работают. Ну, просто сейчас посмотреть даже. Не сегодня не работают. Да, понятное дело. Воскресенье, выходной. А вообще вот здесь вот делают все. Здесь и до 19. И, в принципе, я так понимаю, он делают до сих пор, да. Да, работал. Ну, да. Вот так вот. Только не знаю, какая здесь. Такие дела. Это первый или вторая? Мне кажется, сейчас уже везде первый. Делают одинаково. Здесь сейчас первый только делается, да? А потому что эта девушка, она вчера делала? Да. Это, значит, первая. Ну. Но она, я так поняла, здесь делала. Да. Потому что она сказала, мне через 3 недели сюда же. Ну да. Так. Откуда что? Кстати, вот это очень классный магазин домовой. Причем, кстати, сейчас это будет. Что? Кто сейчас сделает, ты быстро примет. Вот, вот это. Это сделать, а, быстрее, это да? Первую эту и... А, уже при первом приходе, да? Да, уже тебе вход. Уже первая вакцина? Да. Ну, потому что если вы сделали первый вариант, но уже... там написано, что у тебя только... Первая. Первый. Но, по крайней мере, уже можно будет. И вот девушка сказала, что, в принципе, торговый центр будет работать, но не... Скорее всего, не в полном объеме. Все, давай. Мы что-то так нагулялись в торговом центре, решили еще погулять, воздухом подышать. Конечно, погодка так себе. Идет мокрый снег у нас уже, все. Но он превращается в дождь. Поэтому мы сейчас решили немножко пройтись, чисто подышать воздухом и уже домой. Потому что ну что дома сидеть? Нужно 10 тысяч шагов, как у тебя отец говорил, сделать. Вот это какой молодец, представляете? Вот 10 тысяч шагов делает, вот поэтому такой поджарый. А Вовчика хрен вытащишь из дома. Что? Да. Ты кого бочку гонишь? На тебя, Assassin's Creed. Ты на кого тут батон крошь? На тебя. Ну, слышь ты, руки от советской власти. Вот именно, от советской власти. Все, ладно, короче, идем. Закрывай обзор. Ну да, кстати, хорошо, так удобно. Шунечка одел и идешь такой. И идешь. Смотрите, как прикольно в спаре украсили. К Хэллоуину все. Не, ну вот это классно вообще сделали. А здесь просто наклеили, даже не вырезали. Да. И фломастером нарисовали, маркер. Да. Не, ну а что вот, если кто-то не умеет вырезать? Если свечку туда. Вон, смотри, какие классные штуки. Нет, гляди. Можно на рисовать, а потом вырезать. А здесь, по сути, конфеты, да, наверное? Да. Что? Ну, что там написано? Ассорти от сладостей, гуляющий череп. Прикольно. Вообще круто, молодцы, как... Вот спар, как всегда, красавчики. Вот, они уже готовы. А вы, кстати, делаете такие приготовления? О, вообще здорово. Класс. Ой, ребятки, добрались до дома. В общем, что у нас добыча? Вот, зашли еще в спар, кое-что купили. В общем, смотрите, взяли вот такую рыбку.
на 370 рублей. Вован заныл, говорит, рыбу хочу. Вообще, на самом деле, зашли опять за водой. Харишка. Что-то я проголодалась. Взяли такой пирог с рыбой на завтрак. Вкусный. В паре вообще, кстати, классная выпечка. 119 рублей. На ужин взяли. Там такие, знаете, хэшбрауны. Ну, такие, как это, картофельные котлетки. Вот, плюс еще запеканочка, картошка с мясом. Вот, плюс еще взяли, смотрите, вот такой вкусный-вкусный окорок тамбовский от Кости. Нам очень нравится. По 849 рублей. Ну, вообще там по акции он идет, вот, на 502 рубля. Вот, можно один такой кусок. Здесь 5 кусков. Вот. Вот так вот разрезать. И будет 4 куска. Лучше нам мясо перехватить. Взяли вот такие вот еще вкусняшки. Шейка свиная нарезочку. Вовка взял себе вот таких две груши. Очень любит такую грушу. Я не помню, как она называется. Вот, плюс, смотрите, взяла себе вот такую вот укладку. Фиксатор для бровей и ресниц. И как раз вот арт-дизайн. Вот, видите, арт-визаж. Вот, чистенький, хорошенький. Да, и, кстати, как сказала девочка, которая мне делала укладку ресниц, у некоторых возникает аллергия на него. Но аллергия в том смысле, что многие просто вот эту вот кисточку, да, то есть, соответственно, раз, повозюкали, то есть остатки туши, остатки, там, не знаю, какого-то тональника и прочее, там, пудры и прочее. Вот, и, соответственно, туда. То есть он грязный становится, ну, соответственно, какое-то раздражение происходит. Если хотите, чтобы было все хорошо, нужно кисточку держать в чистоте. И как она показала, то есть вот немножечко нанести там на руку и уже, соответственно, другой кисточкой все это дело делать. Либо, может быть, промывать кисточку после каждого раза. Дальше взяли вот такие вот все-таки очки. Вот, я себе взяла вот такие вот. Стоит, кстати, 500 рублей всего лишь. Вот Вовка себе вот такие вот взял. Какие-то такие крутые. Они как унисекс идут. Видите, вот он захотел быть вот таким вот котом Базилио. Плюс еще, смотрите, коврик. 124 рубля, по-моему, стоил. Вот. Сейчас себе поменяю. Ну, все. Ну, такая у нас закупка. Вот. У меня там есть утка. Вот эта вот. Сейчас я ее быстренько в духовке сделаю. И будет очень вкусно. А вообще... Что-нибудь сейчас еще откроем. Вкусненькое. Ну и все. В принципе, будем сейчас ужинать. Время уже, как говорится, 9. Ну, видите, не дам соврать. 9 часов уже. Ну, где-то через часик будем ужинать. Сейчас еще, может, Вовчик салатик нас ругает, там туда-сюда. В общем, что-нибудь наберем на пожрать. Вот с пар зашли опять, знаете, и опять не можем удержаться. Вот. У меня там, кстати, еще коктейли остались. Вот, ладно, мои хорошие, всех любим, всех целуем. Увидимся на мукбанке. Вот, что-то мы, как всегда, пошли в разнос опять тратить бабки. Но, тем не менее, вот. Мне, кстати, понравилась такая форма очков. Сейчас еще раз померим. Для тех, кто не видел. Для тех, кто не смотрел предыдущий выпуск. Хотя зря. Там было, кстати, много очков. Вот. Честно, знаете, вот взяли очки только ради того, что даже если их сломаешь... Либо еще что-то, вообще не жалко. Ну, вот такие вот очки. По-моему, прикольно. Мне понравилась форма. Такая, знаете, девочка-девочка. Такая вся прям, знаете, такая хо-хо-хо. Вот, ну и Вована, кстати, классные очки. Вот, все, мои хорошие. Всех любим, всех целуем. Увидимся на мукбанке. Всем спасибо. Всем пока. Не забывайте лайки, подписка, комментарий. Пока-пока.